Очаков ТВ представляет. О, вас это я знаю. Ваши провокационные вопросы. Провокационные вопросы? Вообще, хоть один какой вопрос я задал провокационный? Вообще, все время вы задаете какие-то вопросы, ага, которые ага провоцируют. Можете привести хоть один пример вопроса, хоть один пример, который провоцирует? Любой. Который провоцирует. Любой. Да я ничего не буду вам сейчас говорить, вы сами мне его сейчас задаете. Да, вы мне сейчас сами вот уже задали, да. Вы знаете, я бы с вами побеседовал, но у вас эхо сумасшедшее, я себя слышу. У вас есть наушники? У вас есть наушники? Зачем они мне? Затем, чтобы у меня не было эхо, и мы поговорим. Затем, чтобы у меня не было эхо, и мы поговорим. Мне не нужны наушники, я и так разговариваю. Мне еще... До свидос. Наушники ей не нужны. Разговоры ей тоже не нужны. О, привет. Привет. Как зовут? Владимир меня зовут. Меня зовут Виталий, очень приятно. Вы откуда? Я в Калифорнии живу, а ты? Я живу в Екатеринбурге. А, столица Урала. Да, очень хотелось бы побывать мне, конечно, в Калифорнии. Но я не был никогда в Калифорнии. Очень хочу побывать в США вообще. Но я был в Канаде, только был... мне было 12 лет. А каким ветром? А я в хоккей играл. Ну, и сейчас играю. Ну, как я сейчас как любитель играю. Играл был в Оттаве, был в Калгари. А, да, я был в Калгари тоже пару раз. Угу. Играли мы там три матча сыграли. На Олимпийских гуляли стадионах, там, да, вот этих вот? Слушайте, я не помню, да, я помню, ледовые большие арены были. Ну, я что, лет столько прошло. Uh-huh. Вот был я... Алло. Не прерывайся. Вроде собеседник спокойный, можно поговорить. Давай, отвисай, чувак. Отвисай. Отвисай. Не хочет отвисать, но, к сожалению, так случается. Не был ты в США, не был в Калифорнии. Извини, но... Не знаю, точнее, извини или не извини, но... Скорее всего, и не будешь. Здрасте. Привет. Как дела? Ничего. О чем общаешься? О войне, о чем же еще тут общаются? А ты? Ничего там. Да, я так хотел просто поинтересоваться, что как. Ты из какого города? С Питера. А, с Питера. Понятно. Следишь, да, за новостями на фронтах? Да, слежу. Приуныли российские Z-блогеры, нет? Нет, наоборот, все радуются. А, радуются того, что вы продули войну, да? Чему радуются? Нет, радуются, потому что мы побеждаем. Как вы побеждаете? Смотри. Да как? Видишь вот это вот? Знаешь, кто это такой? Да, я это... Тихо. Не ругайся матом. Кто это такой, знаешь? Знаю, конечно. Что? Это ваш украинский дебил. Нет.
Это ваш российский дебил. Это соратник Гиркина, с которым он вместе захватывал город Славянск. Его фамилия Скрипник. Да. Можешь посмотреть. Ну, давай. А, то есть ты назвал дебилом Скрипника соратника Гиркина. Я понял. Конечно. А, то есть ты считаешь дебилами тех, кто захватывал Украину. Я с тобой согласен здесь, ты знаешь. Конечно. Вот, то есть ты против захвата Украины, правильно? Нет, просто я считаю так, что если не знаешь, пизди. Правильно, не ругайся матом. Ты умеешь свой грязный рот немножко прикрывать? Могу. Умеешь, да? Хорошо. Так вот смотри, вот это вот, это интервью, вот это знаешь, что за мадам сидит вот? Это ваш украинский... Это? Это жена Гиркина. Жена Стрелкова Гиркина. Ты знаешь, что такое Стрелков Гиркин? Так что он говорит? Ты знаешь, кто такой Стрелков Гиркин? Мне это не... Ты знаешь, кто это или нет? Ты можешь ответить на простой вопрос? Я тебе могу сказать, что я не знаю. Допустим. Ты не знаешь, кто... А, допустим, да. Так если ты такой тупой, о чем мне с тобой разговаривать? Пошел нахер. Он не знает, кто такой Гиркин. Вот они придуриваться начинают, капец. Они уже не знают, кто такой Гиркин. Естественно, никто из них не знает, кто такая Скобеева и Соловьев. Естественно. Здравствуй. Привет. О чем общаетесь? О войне. Прикольно. А вы где живете? В Калифорнии. О какой войне общаетесь в Калифорнии? О русско-украинской. А вам какая разница? Я родом из России сам. Прикольно. И как вас это касается? Что? Как вас это касается? А меня это касается, что в России живут мои... родственники, друзья, ну, еще. Вот. Жалуются. И эта страна превратилась в фашистскую. Меня это очень сильно касается, конечно. Родственники недовольны? Недовольны, конечно. Высказывают свое недовольство? Да, по мере того, как могут, высказывают, да. Где? Где надо, там и высказывают. Не твое дело. Не, ну как, где высказываются? Везде. Ну где? Везде, где считают нужным. Ну где считают нужным? Где? Там, где они считают нужным, там и высказываются. Угу. Ну, а ты из какого города? Я из Донецка. Ты из Донецка? Зачем сейчас ты врешь? Сейчас в Твери живу. Сейчас в Твери живу. Ты убежал? Вы же звали Русский мир. Я не убежал. Я предатель не убежал. Родины. Я по своей стране могу передвигаться куда угодно. Так что ж ты убежал от своего Донецка, а? Я по своей стране могу. А что ж ты не воюешь за свой Донецк, а? А Ника воин. Я должен идти воевать? Воин диванный, блин. А кто Подожди, должен а воевать кто за сказал... Донецк? Подожди, ты сейчас... Пусть другие воюют, да, умирают. А Подожди, ты будешь отсиживаться в Твери, блин. А ты где сидишь? Ты где, товарищ, сидишь? Что ты, я ты в Калифорнии за сижу. Калифорнии. Ну так а хули ты там сидишь? Езжай тихо, не ругайся матом. А зачем? Ну. Я за фашистскую страну не собираюсь воевать. Серьезно? Серьезно. Воюй серьезно. За другую. Серьезно? Серьезно? Приедь, начни тут какие-то действия противофашистские. Нет, и мне в Россию потом... приезжать опасно. Для меня это может плохо закончиться. Ну так ты хули ты выезжаешь. Поэтому да? Тихо, не ругайся матом. Что ты не быдли. Ну, ты умеешь без мата разговаривать? Ну конечно, давай, хорошо. Я делаю а отсюда. Я сделаю... Подожди, хули это еще мат? Естественно. А ты не знал? Как? А ты не знал, что это мат? В отряд матов он не относится. Не представляешь? Да. Ой, блин, слушай, ну то, что у вас не хватает ума на элементарные понятия, чтобы осознать, это а меня ты, не удивляет. Ты эксперт по мату? Ладно, слушай, давай, мы же говорим на серьезные вещи. Причем тут это? Не ругайся давай. Матом, будем разговаривать. Будешь ругаться, я не ругался до этого даже я матом. Переключусь, пойду хули дальше. Это не... Ну, переключайся. Ну, все, пошел. Ты дальше. Думаешь, что человек... Конечно, он меня знает. Конечно, он меня знает. Он, наверное, какой-нибудь блогер еще, помимо всего прочего. Но оно не способно говорить ни на одну тему, естественно. Ни на одну тему.
Защитник хренов. Чё ты сидишь там? Чё ты не борешься? А ты чё убежал, блин? Вы звали русский мир, он пришел. Чё ты убежал? Сыкло сидит в Твери, прячется, блин. А родину кто будет защищать твою? Русский мир кто будет защищать? Пусть дурачки защищают. Я с тобой согласен, кстати. Ума хватило убежать? Молодец. А дурачки пускай там ложатся пачками.